снова здравствуйте, дорогие друзья, любители компьютерных игр. Мы продолжаем проходить Средиземье, Тень Мордора. Так, вот этих птичек нам тоже, по-моему, надо... Эй. Убивать. Но я косой, конечно, не попаду. Сегодня я хочу сходить по заданию вот этому. Охота. Помешайте охоте урука по имени Ижга Столбняк. Ослабьте армию Саурона. И он у нас боится дистанционных атак, так что мы его можем с лука завалить. Че ты так тупил стоял-то, а? Я ожидал, что ты подбежишь ко мне. Красотища, нравится мне изуверство. Так, давайте начнем задание. Охота. Причем его можно убить одним выстрелом в голову точным. И надо убить его до тех пор, пока он не закончит свою охоту. Лучше нам залезть на какую-нибудь верхотуру. Вот так вот, одним выстрелом. Вот что значит хорошая разведка. Разведка работает. Охота выполнена. Отлично. Ижга Столбняк мертв. По-моему, даже с ним встречались, и он мне надрал задницу, насколько я помню. You die as you lived. Так, что у нас дальше? Смотри-ка, река Стрел, уровень 9. Открылась в этой области. Раньше не было, да? Что это? Задание лучника? А, нет, подожди, это же с него упало, все правильно. Так, собачка, ты успокойся, наверное, уже. Чтобы успокоить, нужно приручить. Так будет лучше. Так, забираем. Река Стрел, уровень 9. Что у нас тут есть? Возрождение, возрождение. Что оно дает? Вероятность восстановить одну эльфийскую выстрел, выпуская струю из лука 9%. Да не, так себе, если честно. Поэтому мы идем дальше. А дальше у нас, блин, где-то вот здесь еще засада. Лугнак Костелис попал в засаду. Нападите, ослабьте армию Саурона. Давайте быстро перенесемся. Лугнак Костелис, да, значит? А у них тут свои разборки. Вот он, Лугнак Костелис. Здоровый, зараза. Да, по прошлым сериям, то есть меня жестко порубали, и многие орки стали капитанами. Я как-то, помните, проходил. И у нас осталось всего ничего этих капитанов. Так, а мы о нем ничего не знаем, кстати сказать. Лугнак Костелис. Теперь задание, новое задание доступны. Ладно, это хорошо. Блин, у нас нету. Да, только я принес, и уже все это поменялось. К чертовой матери. Ну, я так понимаю, я сейчас сюда перенесусь, и опять все поменяется, да? Ишморс Орлин Глаз приходит, испытание, найдите на него. Ослабьте армию Саурона. Сейчас я опять переносюсь, и опять все эти
Вот ротации у них, а? Сумасшедшие. Когда я переношусь, наверное, ну да, опять ничего нету. А, я ускоряю события, блин, вот я придурок. Я же Y нажимаю вместо X. Седлавший ветер, уровень 4. Здесь кого-то я грохнул или грохнули кого-то. Так, что у нас здесь? Меткий стрелок, вымоните в руку по имени Скок, медный череп. Мне бы добраться до вождя. Ладно, давайте быстро переместимся сюда. Я, кажется, нажимал Y и сделал быстрое ускорение времени, и поэтому они так быстро прокачивались. И дойдем до суда. Или сначала до суда. Так, здесь, по-моему, есть... То, что мне надо, растение. Да. Азуррадан теперь мне нужен. Ой, чё ж ты мне так припалил-то? Ты не Азуррадан? Стой ты, господи. Так, а здесь орков дохренище просто. Я, кстати, не помню. Могу ли я этого со щитом убить скрытно? Ну да. Вроде как могу. Здесь мы, кстати, еще сведения можем получить. Охренеть, что ступа из уверста, это вообще жесть. Так, кто там у нас? Зун Смертоносный, капитан-ветеран. Так, эти парни прям рядышком, да, находятся. Меня интересует информация про Кастелиза. Дай-ка мне. Боязнь Карагоров, ее лучше бить боевым добиванием. Кхулов ненавидит, для скрытых ударов неуязвим. Убийца чудовищ, отравленное оружие, харизма. А закаленный в боях, нюхач может меня унюхать. И кровожадный. Ладно. Черт, не очень такой соперничек. Ой, твою мать. А это мы, пожалуй, заберем. А,
Что там было-то? При любом ударе из тени восстанавливается 29% сосредоточения. Вот это хорошая вещь. Прямо скажем, уровень 4, правда. Так, на что ее можно поменять? Воющая буря, уровень 4. Любое оружие наносит на 20% больше урона, если герой едет верхом. Нет, я верхом редко езжу, поэтому вот это мы поставим. Оседлавший ветер. Ну и, собственно, что у нас тут есть? Зум смертоносный. Тут у нас есть вербовка. Лугнак Костелис пытается завербовать сторонников. Нападите на него, ослабьте армию Саурона. Но только боевым добиванием его можно бить. Поэтому давайте как-то попробуем. Чё, ты не можешь забраться сюда? Ладно. Так, где-то наверху, что ли, это задание? Где-то прям здесь. Так, вербовка. Те руки, кто посильнее, вербует себе сторонников с помощью угроз и запугивания. В случае успеха сила капитана возрастет. Помешайте вербовке, ослабьте армию Саурона. Ну, вроде как, в него можно стрелять. Давайте попробуем так его убить. Get in line! I won't ask twice! I follow no one! Да ладно, против капитана. Пошел. Так, Костелис, ну-ка. Ну да, для стрел вроде как уязвим. Но, блин, у него придется выбить столько стрел, что хрен его знает. Давайте сделаем вот так. Че, он убежал, что ли? Я как-то не хочу дать ему бежать. Лугнак Костелис убежал. И вернулся назад, такой с обиженным выражением морды, не знаю, чего там. My boys will hear about this, and you'll suffer. I promise you that. Давай-ка за ним. Так, подожди, нет. Бежи, 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 бежи. Да хватай ты его, господи. Да ты мне нахер не нужен, мне нужна информация. Допросить. Дай-ка мне сведений о уже о вождях, да, об этом мы знаем. Даже вот об этом уже знаем, сколько медный череп. Дай-ка вот об этом.
Охренеть, у тебя масочка, конечно. Сногок мародер, вождь элита. Ну да, для его... А, нет, его лучше бить взрывами, его лучше бить боевым добиванием. Ненавидит граугов. Для скрытых ударов неуязвим. Как стрел неуязвим, ответный удар. Контратаки бесполезны. Смотри, какой крутой чувак-то, а. Недаром, что вождь. Давай, Костелис, вали на тот свет. Да, когда, то есть, ты знаешь сведения об уруках, это гораздо лучше получается. Так, что у нас с него упало? Вспыльчивость уровня 11, вероятность восполнить 5 единиц здоровья после критического удара 21%. Но я даже не знаю. Пока не будем этого делать. Тут он на меня агрится. Ладно, что у нас еще? Еще у нас в Одессе есть новое задание. Мугриш, победитель, вот-вот будет казнен уруком по имени Ишмот с орлиный глаз. Нападите на палача, ослабьте армию Саурона. Значит, Ишмот с орлиный глаз, да? Он, по-моему, у нас... Вот он. Я уже их наизусть знаю. Да, о нем я пока не знаю ничего. Значит, надо добывать сведения. Где-то здесь недалеко, кстати, можно этими сведениями поражиться. Тот парень обладает. Так, ну-ка иди сюда, орлиный глаз, да, значит? Боязнь огня, его лучше бить боевым добиванием. Неуязвим для скрытых ударов, неуязвим к обстрелу. Блин, убийца чудовищ, блокирование прыжка, отравленное оружие, регенерация. В общем, короче, в открытый бой с ним надо вступать и бить боевым добиванием. Спасибо за информашку. И мы отправляемся сюда. Вот сюда, вот, да, поближе. Давайте вот с этой, что ли. Башни. Да, пока я перебирался, вот этот засада уже стала доступна. 362 фута в ту сторону. We'll start making roads for our armies out of their corpses instead of the rocks. Bleed, you weakling! Охереть, жестокая смерть. Ужас. When I go into a fight, I always want a good hunter by my side. Nothing beats seeing one of them. Так, где-то прямо по курсу. Ну что ж, урук из готовности вызываются быть палачами, чтобы вершить свой суд над предателями, врагами и соперниками. Если казнь не остановить, сила палача возрастет. Если я не позволю ему убить Мугриша победителя, то Мугриш победитель, блин, в живых останется. Betray the Dark Lord! Time to scream! How long will make you hurt for this? Так. Всех подручных его убить вообще нереально, да? Попробуем.
вот этих вот. Чёрт, я давно не играл, уже забыл, как драться. Черт, ты у меня, сука, забрал это, или не забрал? На тебе, боевым добиванием сходу. Прощай, Ишмут Сорлиный Глаз. Так, а Мугриш, победитель, видите, сила возросла. Нахер бы мне сила Мугриш победителя, чтобы возрастала. Вот свинота, да, рожа какая. Так, вот это нам что-то может сказать, парень. За жопу его потрогаем. Его как раз Мугриш победитель. Мы о нем ничего не знаем. А, подожди, это какой-то Зун смертоносный. Ну-ка, Мугриш победитель. Ну, тоже о нем ничего не знаем. Боязнь Карагорров, боязнь своего соперника, если рядом Норская Челюсть. Его лучше бить боевым добиванием. Да, прикольно получилось. Я думал, что отхвачу. Так, чё там сломленный разум? Вероятность восстановить 4 эльфийских стрелы после применения истощения или клейма. Вряд ли. Что у нас еще тут есть? Вот здесь что-то новое у нас. Засада. Круг Шептун поджидает в засаде Урука по имени Зун Смертоносный. Нападите, ослабьте армию Саурона. Хорошо. Вот на засаде я, кстати, еще ни разу не участвовал. Кто там? Круг Шептун. Но у меня есть вообще... коллекции. Норская Челюсть, Крысарий. Зум. Не, у меня, кстати, нет Шептуна этого. Где-то там. Придется идти на него вслепую.
Так, капитан Уроков любит внезапно нападать на соперников. Сила победителя возрастет. Ладно, давайте попробуем. Зун смертоносный. Унюхал засаду. Может быть, понаблюдаем? Зун смертоносный. Да, это у нас... А где Шептун? Почему его прозвали Шептун, а? Так, проходят атаки, хорошо. Я хочу просто его этого ослабить, парня. Атак! 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 А вот он появился. Где ты там? Вот он. Капитан-ветеран. Неуязвим, зараза. Все, грохнули Зуна смертоносного. Не такой уж смертоносный, да, говорит? У меня, оказывается, был этот круг Шептун, что-то я его проморгал. Ну-ка, сведений про него у меня нету. Ну, то, что он неуязвим к обстрелу, это, конечно, уже понятно. Dirty man. There is no way for you to best me. Abandon your hope of surviving. Ну давай попробуем, че. Блин, а не на того-то, а? Нихера ты злой какой. Да я ж нажал, ну, контратаку. Да не на того ты прыгаешь, господи. Господи, ау. О, что-то плохо мне. Сразу убиваем нахер.
Ты откуда взялся? Я ж бил тебя, а? How can I ever repay you? Ладно. Пора валить, по-моему. Это может плохо кончиться. Заигрался я с этими ребятами. Ой, здрасте, кисочка. Реально, я, то есть, не понимаю, то есть, я вот этого парня вроде как убивал, и он опять живой, блин, как-то нечестно, по-моему, как вы считаете? Там еще один какой-то. Зод, тонкая кость. А, и здесь можно сделать точку быстрого перемещения. Предлагаю забрать этот ништячок, который нам принадлежит. Так, лук, да? Чё там? Вероятность восстановить 10 единиц здоровья при убийстве врага выстрелом в голову. Блин, вот этим я пользуюсь, да? Оседлавший ветер. Вот, возрождение уберем. Вот это поставим. А, не тупи ты. Ну и? А, или здесь башня все-таки была? Эльфийских стрел нет. Ну что ж, давайте на этом очередную серию закончим. В следующей серии мы, наверное, все-таки перейдем уже к вождям, потому что... Черт возьми, этих орков бесполезно бить, их все больше и больше становится. Ну и вот рядом есть какая-то миссия, может быть, по ней пойдем. То есть, да, вот эти миссии по засадам, по чего там, по пирам, что-то еще, они, в общем-то, бесконечные. Займемся вождем или вот этой миссией. Наверное, вот этой миссией сюда и пойдем, неприкасаемый. Вождем займемся постольку поскольку. Как бы там ни было, подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, комментируйте. Всем счастливо, всем пока.